Добрый день, дорогие подписчики официальных страничек Туринского политехнического университета. Вы все знаете то, что в нашем университете начался прием студентов на новый учебный год. Хотите узнать, в каком формате проходит регистрация студентов? Тогда поехали! Итак, по причине распространения пандемии в стране и карантина в университете, первый и основной этап регистрации проходит в онлайн-формате на платформе «Дидактика». Можете найти подробное видео об этом этапе на нашем YouTube-канале. Для тех абитуриентов, кто имел трудности в онлайн-регистрации, был создан волонтерский центр поддержки абитуриентов. В этот центр вы можете обратиться либо телефонным звонком, либо почтой, либо приехав в университет. Наши волонтеры всегда будут рады вам помочь. Второй этап проходит в формате офлайн. Абитуриент, имея при себе паспорт, документ о среднем образовании, а также чек от вступительного взноса, должен будет приехать в университет. В целях обеспечения прозрачности процесса приема приемная комиссия проводит процесс face detection, то есть сравнение правдоподобия фотографий на паспорте с самим абитуриентом. Во время съемки один из абитуриентов имел желание поделиться своим мнением насчет поступления в ТТПУ. Ассаламу алейкум. Ман Турин академик лицейна, икинчи босқиш окуучусиман. Ман Турин университетига абитуриент бўлганман ва регистрация учун келганман. Ман бу университетда шарт шаролатлари учун ва уни диплома 120 Европа давлатларига ўтганлиги сабабли бу университетга қизиқишим пайдо бўлган. Ва икинчи синф вақтимда бу университетда Робитжон деган ихтиро бутун Ўзбекистонга танилган. Шу пайтдан бошлаб менда қизиқиш уйғонган. Ва 19-йили бу университетга келиб, ичидаги шарт-шароитларни, бинони тузилиши, устозларни кўриб, бу университетга атмосферасига ҳайрон қолганман, лол қолганман ва қизиқишим yanada ortishni boshlagan. Xudo xolisi shu universitetni avtomobil sozlik fakultetiga ikkinchi bosqichidan talaba bo'lishga harakat qilyapman. Va bugun registratsiya uchun keldim. Первые вступительные экзамены пройдут 21 мая. Крайний срок регистрации на первые вступительные экзамены 16 мая. Так что поспешите, не упустите свой шанс стать студентом Туринского политехнического университета. Желаем удачи всем абитуриентам на экзаменах!